Ребятки, вы долго этого ждали, вы мне помогали в этом. Я наконец-то это сделал. В итоге я купил новую камеру. Ребятки, вы долго этого ждали, вы мне помогали в этом. Я наконец-то это сделал. В итоге я купил новую камеру. Просто волшебно. Ё-моё. Всем привет, с вами Даня, на канал Парабола. Сегодня мы поедем на мотоцикле. Надеюсь, видите вы его. Сегодня будем смотреть места землянки нашей, которая старая. И посмотрим, еще в одно место съездим. Там, возможно, еще что-нибудь там. В общем, там посмотрим какие-нибудь места красивые. Покатаемся. Сегодня будет очень круто. Я наконец-то купил эту камеру. Блин, я долго к этому шел. Работал вот там на своем бизнесе. То есть, ну, делал небольшой бизнес. Мелкий такой, чтобы там прибыль какая-то была. Чтобы я мог купить эту камеру. Если хотите, кстати, могу рассказать про этот бизнес. Если вам так интересно. Ну, деревенский такой бизнес, который в одну какого-нибудь там пацану так раз, ну, принесет прибыль. В общем, ладно, это другая история. Сейчас поедем, в общем, на нашу старую землянку. Здесь на подсказке можете нажать. Я давно делал ее, еще в том году, в 2021 году. И мы туда съездим, посмотрим ее, как она там, чего живет там, как. Ну, в общем, немного посмотрим, а потом там покатаемся. В общем, погнали. Ребят, сейчас как улетел. Крапива. Прямо на этом месте. Ехал, как шлепнулся. Это капец. Здесь поскользнулся, видимо, я. Прям в канаву упал. Вообще ужас. Ну ладно, сейчас едем дальше. Так, ребятки, в общем, приехал я на эту нашу земляночку. Ну, нормально, быстро, кстати, на этом мотоцикле. Кстати, я вам насчет него не рассказывал. Это рейсер, типа гонщик. Тут 270 кубов. Это у меня отец купил, и вот он дал мне сегодня покататься. Я говорю, вот, надо бы съездить туда-сюда. В общем, чего здесь у нас происходит? Нашей земляночке. Как было, так и осталось, честно сказать. Ничего нового. Тут все песок, все просто упало.
подзарастает немного уже все. В общем, тут, наверное, никто и не ходит, потому что я сейчас проехался по такой дороге. Это капец, я не знаю, там только пешком ходить, а на машине там вообще никак не проберешься. Там, тем более, в первая же лужа, когда еще до моего падения, там вообще плохо ехать, там точно не проедет семерка. Вот, кстати, она сломалась у меня еще, вот тут буквально на днях ездили на рыбалочку и полностью ее там сломали. В общем, там глушитель оторвали, там вообще все хреново, тормоза не работают, двигатель стал больше жрать, в общем, очень много всего. Не будем об этом разговаривать, смотрим эту земляночку, у нас она хреновая. Я насчет этого предполагал, что она там просто вообще плохо все. Я ходил недавно по грибы сюда, и тут тоже очень хреново ходить, то есть сюда. Я такой думаю, блин, надо заснять видос, как я сюда приезжаю и как ищу новое место для нашей землянки. В общем, все, как всегда, печально, не могу нормальную землянку сделать, комфортную до сих пор, не могу найти место. В общем, сейчас мы поедем как раз таки в это место, будет очень круто. Мы прокатимся где-то километров там 40, я не знаю точно примерно сколько там, но там зато очень круто, мне кажется. Там камни есть, там есть речушка небольшая, но она маленькая, мы можем сделать там водоем какой-нибудь. Ну, в общем, нужно сначала найти это место, ну, вроде я примерно понимаю, где оно находится. В общем, вот такая у нас земляночка старая наша. Ну ладно, сейчас поедем, в общем, в другое место, чтобы терять время не будем, сразу же едем. Надеюсь, я нигде больше не упаду. Но это было весело, как шлепнулся. В общем, ладно, погнали. Так, ребятки, в общем, доехал я до одного перекрестка. Ой, здесь дорога. Вот оттуда я приехал. Ну, сейчас вы видели. И там уже другая деревня. В общем, нам надо ехать вон туда, вон по той дороге. Мы должны приехать как раз-таки в другую речку одну. Ну, там она небольшая. В общем, сейчас попробуем доехать до туда. Посмотрим это место. Не знаю, что там будет. Можно походить будет, посмотреть места. Может, даже у меня там идея одна возникла. Я там был, но мы были очень давно. Года два, наверное, три назад. И мне кажется, там очень круто будет. Если даже земляночку делать, а там тем более точно никто не доберется. На машине мы можем как-нибудь... Я не знаю, сейчас посмотрим здесь, какая дорога. Вот, а там, если что, или на машине, можно по трассе самой и там уже проехать. Я не знаю точно, ребят. В общем, давайте посмотрим сейчас само место. Может, там и на машине можно будет проехать. Но это не точно.
Посмотрим, в общем, увидим. А там, может, земляночку будем делать, там уйдем на одни сутки, уйдем и будем потихоньку там делать что-то там туды-сюды. В общем, ладно, давайте. Это просто так посмотреть это место. Может, даже еще и точно не в этом месяце, возможно, и не в следующем месяце. Может, там вообще вот где-то осенью, в конце, может, осени, не знаю, когда эта вся листва уже немного там опадет. В общем, увидим сейчас, погнали, посмотрим. Так, я посмотрел тут, где у нас есть это место. В общем, мы вот здесь вот ехали, вот отсюда. И нам надо вот в эту ветку. То есть, вон, вот эта ветка, это вон там идет. Она вот, ну, где-то с той стороны, вон только что проехали. Вот эта ветка, куда нам надо. И дальше это вот идет вон туда. Только у нас что-то почему-то GPS этот неправильно показывает. В общем, едем туда, смотрим там все места. Я уже сейчас вот прокатился здесь, и что-то не очень дорога. Я насчет, если брать машину, если ехать сюда, то хреново, мы не проедем просто-напросто. Так что лучше будем или на мотоциклах там, если что, вдруг добираться до сюда, или как. В общем, увидим. Погнали. Да, ё-моё. О, ребятки, это купец. Ну, нормально. Я прям по полю. Тут где-то дорога должна быть. Я просто не помню, где точно. И все. А вот что-то я сейчас вот подумал, думаю, я сейчас по лесам буду ходить. А как? Как я буду ходить? Я просто офигел. В общем, чего? Прямо вот за этими лесами есть река. Вот эта река, но она небольшая. Вот, кстати, тут лабаз. Это здесь охотятся утки там, ну, хуютки. Ой, извиняюсь. Тут просто приземляется и пух, и все. Их нету. Тут какая-то штука, я даже не знаю, что это. Может, что-то, не знаю даже чего. А, ну тут кабаны еще могут быть, потому что вот тут даже загоны для кабанов, видимо, возможно. Вот такой лабазик, давайте заберемся. Ё-моё. Ого, он шатается. Капец как. Не, прикольно, кстати. Вот здесь вот сидишь такой. Бам! И всё, нету. Мой мотоцикл вон стоит. Красиво так-то. Вон там еще один лабаз, вон вижу крышу. Но мы поедем вот туда вот. Да, мы прям вон на том месте.
с пацанами. Может, фотки найду, вот сейчас покажу вам. Мы там сделали еще из камней огонь, там яичницу делали на нем. Там такое, ну, прикольно, красиво так-то. В общем, вон туда едем. И вот мы, наверное, вот, вон там, вот здесь вот мы сидели, вот здесь вот мы начали нашу эту, ну, проход туда, там, на речку. И мы поднимались по речке кверху. То есть мы где-то вот оттуда вышли. Кстати, тут леса уже, тут столько всего заросло, вот где вот эти вот небольшие это. Все зарастает капец как. В общем, ладно, погнали туда сразу же. Вау. Посмотрим, что у нас там. Ну, скорее всего, я не знаю, как я там пройду вообще. Что-то я сейчас только подумал насчет шорт. Ладно, погнали. Е-мое! Капец! Ужас! Да. Пробуем вот здесь. Блять, борщевик! Е-мое! А е-мое! Блять, крапива! Ёбнулся! Вау! Оу, ё-моё! Как я это вообще проехал? Не знаю. В общем, мотик мы здесь оставляем. Спускаемся вот туда, вот видите, уже тут туда прям идет река. Сейчас там, наверное, походим, потому что на мотоцикле там вообще будет неудобно ехать, плохо. Ключик забираем. Так, надеюсь, не упадет. Фу, сделали мы это. В общем, погнали туда, спустимся, посмотрим. Кстати, шлем тоже все оставил здесь. Ну, в принципе, тут навряд ли кто-то что-то будет тут делать. А вот ключ оставлю вот здесь. Вот он. Все, погнали. У меня уже зарядки мало. Сейчас надо будет заряжать аккумулятор. Но нам надо здесь хотя бы пройтись. Все это место. И потом уже... Блять, что это? Потом уже там зарядим. Блин, я даже вообще без сапогов вообще. Как я полезу сейчас? Не знаю, но сейчас немножко хотя бы речку посмотрим, что там. Она вообще бежит или нет. Собрался, конечно, я. Я, как всегда, что-нибудь забуду, что-нибудь не возьму. Как рептомид. Вот опять не взял. Набрызгаться. Что-то я не слышу звук воды. А нет. Как будто что-то есть. Сейчас водичку просто посмотрим. Что у нас тут? Как он? Ой, правда бежит. Я надеюсь, вы слышите. Вот оно. Я нашел это место. Конечно, не то, что я ожидал. Ну, в принципе, это нормально летом, что вода, ну, уселась. Когда мы ходили-то весной с пацанами. И там как бы вода была, ну, очень много было ее. Блин, ходить вообще неплохо. Сейчас пройдемся чуть-чуть. Посмотрим. Даже какие-то следы, что ли. В общем, как-то так. Круто так-то. Это надо точно осенью идти. Потому что это вообще хреново будет, если я сейчас начну землянку делать. Ну а так, какой вид. Водичка. Красиво. Да еще такую, на такую камеру. Блин, туда идти вообще хреново. Ну, я еще, может, пройдусь. Но я, наверное, не пойду. Неохота мне туда идти. Еще таким голожопом. В общем, смотрите, я вот даже вот сейчас, вот здесь вот, если смотреть это место, вот,
Тут такой, такая высота небольшая. Прикольно, кстати, место. Но это прям вот близко, конечно, к полю. В общем, надо осенью сюда вернуться. И уже здесь посмотреть все места, вот туда пройтись. Уже тут высоко вот где-то. И там где-то мы видели с пацанами, когда ходили. Там прям вот... Она высоченная просто. Там вот высота, я не знаю, метров вот 5-6. Да ё-моё, меня едят. И вот там вот примерно вот что-то такое, но там прям обрыв такой резкий. И можно даже на обрыве как-то там что-нибудь придумать насчет земляночки. А так водичка вот. В принципе, если мы можем сделать сюда, как он называется-то, плотину, вот. Плотину делаешь, и вода просто будет вообще, столько воды будет, ну много. А так, в принципе, классное место. А еще вот сюда пройдемся на высоту. Всякие грибочки. В общем, место так-то прикольное, но ходить тоже по ним не очень. Давайте еще сейчас сюда пройдемся. Туда-сюда. Посмотрим места. Так, ребята, я, кстати, вам говорил, что здесь есть камни. Вот они. Они здесь есть. То есть они прям вот, ну... Там еще, кстати, не было видно их. А вот когда дальше поднимаешься, вон их тут, вот. Их много так-то тут. Блин, спуски такие резкие. Они прям вот в воде лежат. Они прям, их много. Вон там вот есть еще. Вот если посмотреть, там вот камни везде, в общем. И это очень хороший плюс. Вон какие места всякие. Ладно, пойдемте на наше место. Ну, то есть в мотоцикл туда. Поедем отсюда и поедем еще в одно место. Бляха-муха, нифига береза. Обалдеть. Такая толстенная. Давно я таких не видел. Блин, мошка в глаз попала. Ладно, и посмотрим сейчас другое место. Еще одно. Где тоже там... Мы в тот раз ездили давным-давно. Видосик я делал. Там тоже на мотоцикле, кстати, катался. И тоже, кстати, здесь проезжал. В этом же месте. И там этот... Там тоже река. Есть еще одна река. Классная. Там она даже поглубже. Она даже сейчас бежит, наверное, там. В общем, посмотрим, туда съездим. Ну и, конечно, домой. Куда мы еще пойдем? Поедем. Ладно, все, давайте. Все, мы приехали. Вон там еще одна машина. Тут катает, вот поехала Toyota, какая-то там крузак, возможно. В общем, как-то так. Хе-хе. Сейчас у меня камера разрядится уже. Надо аккумулятор быстрее покупать. В общем, поедем мы сейчас в другую сторону, там вон туда проедем. Посмотрим там речушки, туда-сюда. Возможно, там где-нибудь остановлюсь и подзаряжу камеру уже. И там уже там посмотрим туда-сюда, там подскатаемся в одно место, потом в другое. И поедем потом домой. В общем, погнали. Вот и наша речушечка. Черная. Река Черная называется. Вот она. В общем, давайте подзарядимся и уже поедем дальше. Так, в общем, ребят,
плохо заряжается. Сейчас я сделаю чего? Оставлю камеру в рюкзаке, и пускай она там заряжается. Сейчас, в общем, поеду я пока что до еще одного места, где там тоже вот эта река. Возможно, там она будет глубже, больше. Я не знаю еще пока. Но мы посмотрим там в эти все места. Ну, сгоняем, в общем, я посмотрел на картах. Тут недалеко, 13 километров так-то. В общем, поехали те. Ну и там посмотрим. В общем, посмотрим место и потом домой, наверное. В общем, погнали. Ребятки, в общем, приехал я в никуда. Короче, я не знаю, или там заблудился, там что-то GPS у меня там лагало там что-то туда-сюда. Фиг знает, куда приехал, просто в лес какой-то, тут ничего, никакой реки. Ну, в принципе, я так и предполагал, потому что что там, там просто расстояние еще такое от реки. Думаю, фиг знает, дойду ли я, доеду, не знаю как. Ладно, фиг с ним, забудем это место. Все равно сюда я точно не поеду на машине. Это точно, потому что тут ехать просто тучу времени. Да и на мотоцикле тоже аж надоело ехать. Что-то устал аж даже. Надо ближе что-то искать, какие-то места. Ну, я насчет землянки новой нашей земляночки, которую я хочу прям построить, чтобы ее вообще не видно было, чтобы меня точно никто не сломал ее, потому что каждый раз что-нибудь, да, ломают, воруют. Ой, короче, очень много всего. Кстати, если что, кто не знает, на подсказку можете нажать, посмотреть, что у меня там своровали. У меня первый раз сломали и украли. А второй раз просто украли. У меня там печку украли. В общем, здесь на подсказке все нажмете. Тут и первая, и вторая подсказочка будет. В общем, как-то так. Надеюсь, вам ролик понравился. Ух, падаю. Ёпта. На таком супербайке. Вообще просто жесть. Я сейчас погонял, ну просто вообще так классно на мотоцикле кататься куда-то. Я тут еще, кстати, встретил каких-то рабочих. Тут, видимо, дорогу делают для лесовозов. А вон едет буханка. Несется. Хи. Такой он, сейчас мужик такой, вот так вот сделал, странно. Ну ладно. В общем, это первый ролик у меня на супер потрясающей камере GoPro 10. И я надеюсь, вам просто понравился этот ролик. Сейчас поеду домой, в принципе, ничего нового. Сейчас на таймлапс поставлю, просто на камеру приделаю. И, короче, будете смотреть, как я еду домой. Вот и, в принципе, это все. Ставьте лайки за этот контент. Буквально скоро будут выходить еще крутые видосики, просто офигительные, тем более с такой камерой. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, любой комментарий, без разницы какой. Просто, не знаю, понравился ли вам ролик, может, какие-то идеи для видео, все пишите, пишите, потому что я даже и воплощу эти идеи, которые вы напишите. В общем, как-то так. Ссылочки, кстати, в описании, на донат тоже. Еще вам сказал насчет бизнеса в начале. Если хотите, я могу вам рассказать, как я заработал на эту камеру буквально своим своими руками. Просто руками. Не головой даже почти. Вот. А головой я уже зарабатывал насчет компьютеров, там туда-сюда. Короче, очень много всего, где я работал. Вы можете, если вам хочется, то просто напишите в комментариях «хочу бизнес в деревне». И я сразу же вам сниму видосик про это все. Расскажу, как я вообще здесь все зарабатываю, то есть в моем поселке. Возможно, вы из города, но в городе я еще как бы в принципе-то и не жил. Я чисто только в поселке жил. И так что могу все рассказать, как можно заработать. Ну вот, я заработал на эту камеру. В общем, как-то так. С вами был Даня, канал Парабола. Все только начинается. Всем пока.